На завтрак я приготовлю стейки из цветной капусты, нарезала на кусочки. Обмакиваю сначала в молоке с двух сторон, потом в муке. Ну, здесь панировка. Мука, специи и соль с двух сторон. И после этого отправляю обжаривать на сковородку на растительное масло. Теперь вот эту обжаренную цветную капусту отправляю в духовку на полчаса на 200 градусов. У нас пошел дождик, уже давно дождя не было, было сухо. Ну вот, пришли эти времена. Мирон тащит подъемный кран. Витя уже был на фитнесе. Мы делаем стойку вот такую. Вот такой у нас получился завтрак. Цветная капуста обжаренная, свежий салат и рис. Оставался еще соус карри с нутом. Доброе утро, друзья! Добро пожаловать в новое видео. У нас сегодня суббота, льет дождь, но мы поехали на рыночек закупаться. Нам надо как-то это все за час, за полтора сделать, потому что я хочу еще на фитнес попасть. В 11 часов тренировка, а сейчас 9. Зато воздух такой свежий, такой вкусный после дождя. Я испугалась, что их нет, они обычно здесь, а они туда переехали. Такой дождь хлещет. Вот так выглядит наш рыночек со стороны. Тут сегодня картошка такая крупная. Редиска, морковка, чеснок, лайм, паприка, чили, мандарины, зелень. Мы приехали в Лидл, уже бассейны продают. Кстати, по приложению в Лидл вот эти штучки из картофельного теста нам в подарок. Столько всего уже веганского, здесь такой выбор большой. Всякие пельмешки с овощами, с помидорами. Здесь продукты, которые уже срок годности у них подходит. До 7 февраля вот эти фрикадельки какие-то веганские. Здесь колбаска вот такая тоже. Есть вот такая приближенная к обычной. Это все с большой скидкой. Сначала глоби тебя отнести. У нас уже 10, мне надо успеть разложить продукты, собрать сумку и попасть на тренировку. Я разложила наши покупки, наша закупка вышла на 83 евро. В Lidl мы потратили 68 евро, здесь все эти покупки, и 15 евро на рыночке, я их еще не выкладывала. Взяли три вида паштета, вот этот нам очень понравился, и эти два попробуем. Мирона йогурты, растительный йогурт с голубикой, упаковка кукурузы, брокколи. Тофу, веганский сыр, огурцы, Витя взял какую-то намазку, мякоть томатов, бананы, две упаковки клубники, листья салата Романа, мука полпиная, 630 сорт, 1050, 630, овсяное молоко и вот это тесто картофельное. Вот эти груши всем понравились, мандарины, лимоны, апельсины, Мирон захотел арбуз, голубика. Мед, и Мирон взял себе яблочное пюре. Мне очень нравятся вот эти цветочки, они уже такие по-весеннему красивые, поставлю их куда-нибудь. И упаковка туалетной бумаги. И вот эти продукты я купила на рыночке, 15 евро за них отдала. Баклажан, чеснок, апельсины, бананы, помидоры, помидорки черри, паприка длинная и такая обычная. Здесь тоже микс паприки. Вот эти помидоры взяла, было 4 штучки в упаковке, там все плохие были, только один нормальный. Красные апельсины с Мироном будем сок делать, айсберг и цветная капуста. Поставила цветочки в вазочку, боже, какие они красивые, просто нереально. У меня тут еще тюльпаны стоят. Все, я вышла и, кажется, даже успеваю, время без 20, Витя меня отвезет, и я успею. Там сегодня тренировка, по-моему, сжигание жира или какая-то там общая тренировка на тело. А в 10 часов был велосипед, на который я один раз сходила и решила, что больше не пойду. Витя с Мироном поехали бабушке помогать, а я пойду заниматься. Все, всем пока, хорошего дня. Пока, хорошей тренировки, сильной. И я тебя люблю. Я тебя люблю. Я на месте. Five, three, two, one, two, three.
Все, наконец-то эта тренировка закончилась. Интересно, существует психологическая травма от тренировки? Мне кажется, я ее сегодня получила. У меня есть знакомая, Света, она тоже сюда ходит. И она мне рассказывала, что она ходит ко всем, кроме одного тренера. Но она мне не рассказала всех нюансов, просто она сказала, что она ей не подходит. И вот, кажется, я на нее попала. У нее уклон на какую-то тяжелую атлетику, потому что абсолютно все упражнения с какими-то утяжелениями, с дополнительными весами, с дополнительными трудностями. Невозможно просто приседать, надо обязательно повесить на себя еще кучу гантелей и резинку на ноги, чтобы было еще тяжелее. С одной стороны, да, это хорошо, это более эффективно, но это реально сложно. Вот были такие упражнения, которые я просто не могла сделать не то, что 20 раз, я даже, блин, 2 раза не могла сделать это упражнение. Короче, это было жестко, это было тяжело, но я справилась. Теперь мне надо найти информацию, где можно смотреть, какой тренер какое занятие ведет. Потому что на такую тренировку я бы больше не хотела попасть. Я хорошо зашла, тут пир горой, клубника, малина, блинчики, сушки, печенье мама напекла. И Витя тут сидит, чаек пьет. А я шла еще, думаю, заходить, не заходить. Хорошо, что зашла, хоть свою психологическую травму заем. Ты мой хорошенький сыночек. Я буду скучать по тебе. Мирончик остался еще у бабушки, а мы домой. Мирончик может у бабушки пропадать просто целыми днями. Но когда Мирон так долго у бабушки, несколько часов, я прям по нему скучаю. Мне хочется уже, чтобы он вернулся. Мы дома, друзья. За окошком идет дождь, погода сонная. Витя уже часик поспал, я просто лежала рядом, монтировала видео. И вот так прошел наш день. Сейчас время уже 20 минут пятого, скоро будет темнеть. А дождик весь день, представляете, льет. И знаете, такой порывистый ветер, прям слышно, как завывает. Мне так нравится вот этот фильм, я его уже один раз смотрела, и сейчас второй раз он попался, называется «Добро пожаловать в Рим, Джованни». Он такой смешной и легкий, классный. Йети, привези нашего сына домой. Сынок, ура, ты пришел. Я скучала по тебе, сынок. Мы достали наш хлеб на закваске. Нет, ты меня нашел. Нет. Куда теперь? Я не хочу в тюрьму. Не надо меня в тюрьму. С Мироном удивляемся, что нам папа на ужин приготовил. Смотрите, какая картошка. Еще и соус положил. И огурчики нарезал. Опа-на. Опа. Опа. Наш воскресный завтрак, обжаренный тофу, свежие овощи, веганский сыр, хлеб наш на закваске, блинчики, печенье, это мама нам еще вчера дала. И тут всякие разные намазки попробуем. Вот такие у нас тостики со свежими овощами, с жареным тофу. Очень вкусный завтрак. Веселый гуся. Миро, привет! Привет! Ты что, по-другому домик поставил? У меня воскресенье, не выходной. Я пошла на фитнес. Что-то я посмотрела в окно, дождя нет, а он такой мелкий-мелкий и, ну, достаточно интенсивный. Блин, куртка эта промокает, но уже не пойду назад. Я вам вчера рассказывала, что у меня была психологическая травма от тренировки. Ну, вы знаете, сегодня я почувствовала все свои мышцы на ногах, на спине. То есть эта тренировка была действительно эффективная. Поэтому я не буду избегать этого тренера. Да, пусть будет очень тяжело, но я буду проходить через это. Я почти пришла, и даже рано, сейчас 9:30, еще целых полчаса. Я ровно 3 недели отходила.
воскресенье. Я вышла, друзья, как новенькая. На улице тепло, прекрасно, легко дышится, тело легкое. Что еще надо? На этой неделе я опять 4 тренировки сделала. Стараюсь не отходить от этого плана. Надеюсь, что будет какой-нибудь результат. Но я уже чувствую, что некоторые упражнения, которые мне вначале давались с трудом, сейчас уже намного легче. Эй, вы где? Привет, сюрприз! У вас тут такой бардак. Что вы делали? Что происходит? Как хорошо, когда ты потренировался, можно с чистой совестью лежать на диване. Мирон нам тут показывает всякие трюки. Мы пытаемся посмотреть этот мультик «Лесная братва». На обед у нас будет цветная капуста Мирона. Это теперь любимое блюдо. Я опять ее купила. Сначала обмакиваю в растительном молоке, можно в обычном молоке. И затем в панировке. У меня здесь мука, специи, соль. Все смешала. И теперь отправляю на растительное масло обжаривать с двух сторон. Теперь обжаренную цветную капусту я отправляю на полчаса в духовку. Вот эту веганскую курицу я просто натуральную беру. Я ее замариновала по-своему, ну, как обычную курицу. Чеснок немножко, кетчупа немножко, майонеза, горчица. У меня соус песто был, соевый соус и мед. Сейчас все перемешаю и буду обжаривать. Я здесь уже обжариваю лук и сюда же добавляю вот эту курицу. И на другой сковородке я обжарю вот эти картофельные штучки на растительном масле просто. Обжарила вот эту курицу я на сковородке и обжарила вот эти картофельные штучки. Все соединяю. Вот такой у нас получился обед. Вот эти штучки картофельные с веганской курицей, стейк из цветной капусты и свежий салат. Всем понравилось? Мирон вообще хорошо кушает. Все, мы покушали и теперь валяемся. Валяемся, уже стемнело. А мы все валяемся. Ой, смотри, какое небо там красивое. Оно прям сиреневого цвета. Камера не передает, но у нас красивого сиреневого цвета небо. У нас уже 6 часов вечера. Заканчивается наш воскресный выходной. Но мы хотя бы успели все отдохнуть. Валялись. Привет! Мы арбузик взяли, Мирон захотел. Сейчас посмотрим, какие арбузы в феврале. Вот какой цвет. Сейчас Мирончик возьмет кусочек арбузика и нам скажет. Не понял с первого раза. Вкусно, да? Сладкий? Да. Пробуем, да? А он правда сладкий. У тебя голова не кружится еще? Привет, подписчики! Ведь он делитель! Спите и нет! Вообще-то мы здесь спрятались! Смотрите, уйдь! Короче, привет, подписчики! Ну вообще, серьезно, да, подписчики? Здесь окношко! Что это за живая коробка ползет? Да нет! Это же я, черепаха! Мы сказали, что мы завтра эту коробку убираем, и Мирон теперь с ней не расстается. Расскажи что-нибудь, сынок. Мамочка, я хочу к тебе. Я, представляете, уже пошла ложиться спать и вспомнила, что я с вами не попрощалась. А я не могу уйти, не попрощавшись. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши просмотры, за комментарии. Вообще за ваше внимание и за то, что вы со мной. Это для меня очень-очень ценно. Завтра у нас начинается новая неделя. Мирончик утром пойдет в садик. Витя на работу. Я в первой половине дня останусь дома одна. Я этому очень сильно рада. В общем, оставайтесь с нами. Я очень рада вас всегда видеть на своем канале. Ну а сейчас, с вашего позволения, мы уже будем прощаться с вами. Желаю вам всего самого хорошего и доброго. И мы обязательно увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!